Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и сегодня я вам хочу рассказать о топ-9 функциях, которые вы, возможно, не знали в Safari. Итак, начнем с того, что восстановление вкладок, которые вы случайно закрыли. То есть, допустим, мы перейдем на сайт Apple, и так вышло, что вот он прогрузился, вы его закрыли, и чтобы его вернуть, вам нужно нажать на плюсик и задержать. И вот будут ваши все те вкладки, которые вы ранее закрыли. То есть это очень классно, удобно, допустим, если вы забыли, куда вы заходили и нашли вам необходимую там какую-то информацию для себя. Следующее — это быстрое возвращение наверх экрана. Вот там, где ваше время, просто нажимаете наверх, чтобы не прекращать запись. Я нажму, оно может прекратиться. Вы нажимаете, возвращаетесь наверх, когда вы находитесь на определенном сайте. Следующее — это сохранение страницы в офлайне. Что нужно сделать? Если вы сюда перейдете, вам нужно нажать на нижнюю шаринговую кнопочку, вот, и вы создаете документ в PDF. Вот. Документ создается, вы его также можете расширить, он полностью будет прогружен и будет доступен вам в офлайне, если будет какая-то для вас нужная информация. Также вы его можете сохранить, куда вам нужно, или отправить. Вот, но мы не будем этот документ сохранять, нам он сейчас не нужен. Дальше, использование, то есть самого браузера в частном режиме, если вы не хотите, чтобы кто-то вас там беспокоил. Вот нажимаете частный доступ, выбираете, какая вам нужна вкладка, и пользуйтесь, чтобы вас никто не тревожил и не беспокоил. Назад также само возвращаетесь. Дальше, перетягивание вкладок, допустим, по очередности, вот как у меня, как мне удобно, я запомнил. Просто зажимаете вот и переставляете, куда вам нужно. Очень удобно, и для себя как-то более строительно оно слаживается. Дальше, закрытие всех вкладок одновременно. Жмете вот где закрыть, зажимаете здесь закрыть все 11 вкладок. И даже если вы будете здесь, нажимаете на иконки на правый нижний угол, то же самое. Закрыть либо эту вкладку, либо все 11. Вот, следующий — это вывод любого сайта на рабочий стол. Допустим, Apple, так же самое, жмем на шаринг, нажимаем на экран домой, бам. Все, подписывайте, как вам нужно, там, добавить, все. Вот видите, вот эта иконочка здесь у нас появилась, Apple. На нее нажмете, вы сразу же прогрузитесь в той строке, где вы остановились, и будет вам нужно доступно очень быстро, в принципе. Это то, кто не знал. Открытие сайта в полной версии. То есть вы можете так же самое это сделать через эти вкладочки, вот как видели. Либо же зажать вот где у нас меню «Место прогрузки». Вот здесь я сейчас остановлю. И зажимаем до того, как появится полная версия сайта. Нажимаете полную версию сайта, и прогружается в полной версии. И последнее — это использование сайта в самом шаринге. То есть что здесь вообще есть? Вы можете его отправлять как в месседжи какие-то, так в заметки, также себе файлы на печать отправить, скопировать, в режим чтения добавить, добавить просто в закладку. Добавить в избранное, также сам домой в полной версии, либо же что-то определенное, найти текст для себя на этой странице, и то же самое создаем в PDF, то есть для офлайн доступа. Вот, это все те функции, которые, возможно, вы не знали, и как бы очень вам пригодятся в дальнейшем. Вот, как по мне, это очень классная вещь. Если вам конкретно нужно будет что-то кому-то показать, и там, чтобы вы не закрывали, не искали, сразу же выбиваете на рабочий стол и показываете людям вам необходимую информацию. Это очень действительно удобно и круто, как по мне. Это видео заслуживает лайка. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Не забывайте также подписываться на мои соцсети, которые будут закреплены ниже в комментариях под этим видео. Всем пока!